Гонконг, 1 апреля 2019 года, утро, Шри Шримад Бхактивиданта Вана Госвами Махарадж. В то же время я предлагаю свои смиренные и почтительные поклоны лотосным стопам Бхактивиданта и Свами Махараджа, всем старшим преданным, вайшнавам, вайшнави и присутствующим уважаемым мною гостям. Итак, я хочу поговорить о Гуру Ваштаке. Шрила Вишванатха Чакравартипад составил 8 стихов, прославляющих Гуру Пада Падму. Я предлагаю тебя лотосным стопам моего Гуру Пада Падмы. Кто защищает своей милостью, коруной. Потому что коруна гуру подобна облаку, через которое прольется дождь. Когда дождь идет, он проливается из облака. Таким же образом, милость гуру проявляется в сердцах его учеников. Когда он видит в этих учениках сева-вритти, настроение служить в их сердцах. Потому что в этом материальном мире все живые существа страдают от тройственных воздействий майи. И здесь приводится пример. Если огонь разгорается в лесу, тогда лес очень быстро сгорает. Таким же образом, Гурудев дает милость своим ученикам для того, чтобы освободиться от тройственных воздействий майи. И Гуру Пада Падма всегда пребывает в сладостном настроении Господа Шри Чайтани Махапрабху. И погружен в Нама Санкиртану, а также прославление наших предыдущих ачарьев. И Вишванатха Чакравартипад объясняет, Гурудев, когда он совершает баджаны садану, то все виды экстатических настроений проявляются в его сердце. Такие как Руманча означает, что волосы на его теле встают дыбом. Кампашру. Слезы льются из его глаз. Итак, он передает милость из сердца всех живых существ. Гурудев также всегда погружен в поклонение своим трансцендентным божествам.
Он одевает на них различные одежды, на своих иштадевов, Ширадху и Кришну. Также он сам убирает храм своими собственными руками. Имперсоналисты не верят, что гуру обладает трансцендентным телом. Гуру служит Кришне с помощью своего трансцендентного тела. Что касается подношений Кришне, то Гурупада Падма служит ему, предлагая ему различные виды Махапрасада. Когда вы предлагаете что-то Кришне, это зовется Махапрасадом. И тот же Махапрасад, когда вы предлагаете Гурупада Падме, становится Маха-Махапрасадом. Гурудев предлагает Кришне четыре вида изысканной пищи. Четыре вида прасада. Какие они? Прасад, который можно пережевывать зубами. Это первый вид. Следующий вид прасада, который едят при помощи языка. То есть, допустим, облизывают что-то. Когда вы будете предлагать такую пищу Господу, Гурупада Падма будет доволен вами. Гурудев погружен в поклонение своим иштадевам Радхе и Кришне. И он учит своих учеников, как служить божественной чите Шри Шри Радхе Кришны. Он всегда поглощен настроением сладости Шри Радхи и Кришны. И каждое мгновение он полностью охвачен этим служением Шри Радхи и Кришне. Никунджавани. Гурупад Падма совершает сладостные лилы. Все полубоги, полубогини проявляются как люди
чтобы служить лотосным стопам Гуру Пада Падмы. И Гуру Пада Падма очень сведущ в лилах Шри Радхи и Кришны. Даже сакхи Шримати Радхики, которые очень возвышенные. But Guru Pada Padma's instruction, very eager to listen, others. Даже они хотят слушать наставления Гуру Пада Падмы. Всегда считайте, что Гурудев – это прямое проявление Кришны. Все веды Пураны прославляют Гуру Пада Падму. Гурудев зовется Бхагаваном. Но Кришна – это Вишая Бхагаван, а Гурудев – это Ашрая Бхагаван. Наше Писание объясняет, что Ашрая Бхагаван – это Гуру Пада Падма, а Вишая Бхагаван – это Кришна. Кришна – это Ашрая Бхагаван, а Гуру Пада Падма и даже Шримати Радика – это Ашрая Бхагаван. And if we will receive the mercy of Guru, если вы получите милость Гуру Дева, тогда вы достигнете совершенства. Если вы получите милость Кришны, это не сравнится ни с какой другой деятельностью бхакти. Шрила Вишванатха Чакраварти Пад в последнем стихе Гурваштаки объясняет. Всегда медитируйте на лотосные стопы Гуру Пада Падмы, всегда удерживайте их в своем сознании. Эти восемь стихов Гурваштаки, если вы будете их произносить очень громко, особенно в Брахма Мухурту, вы понимаете, что такое Брахма Мухурта? Это полтора часа. До рассвета. В это время нужно просыпаться и прославлять Гуру Пада Падму. Час 45 минут до рассвета. Надо вставать рано утром и прославлять Гуру Пада Падму. Это называется Брахма Мухурта.
Если вы будете каждый день прославлять Гуру в Гуру Ваштаке, то оставив свое тело, вы достигнете Вриндавана Дхамы. И с помощью своего трансцендентного тела вы сможете служить Гуру. Итак, все наши действия должны быть направлены на удовлетворение Гуру. В наших шастрах также объясняется, если Кришна недоволен вами, Гуру может быть доволен вами. Возможно, Кришна недоволен вами. Но Гуру может защитить вас перед Ним. Но если Гуру недоволен вами, Кришна не будет вам помогать. В наших писаниях очень четко говорится, если Гуру доволен вами, тогда и Кришна будет доволен. И так говорится, если Кришна недоволен вами, Гуру может успокоить его. Но если Гуру недоволен вами, Кришна не может ничем вам помочь. Поэтому все должны быть устремлены лишь на служение Гурупада Падме. И в Гурваштаке Шрила Вишваната Чакраварти Пад очень красиво прославляет Гуру. Если Гуру и Кришна оказались вместе, то в первую очередь вы должны выразить свое почтение Гуру. Кришна сказал таким образом. Кришна очень смиренно сказал. Вначале поклоняйтесь лотосным стопам Гуру, а потом уже моим. Потому что мы можем получить милость от Кришны только когда мы получим милость от Гурупада Падмы. Поэтому все наши писания прославляют Гурупада Падму. Если Гуру и Кришна находятся вместе, то вы должны в первую очередь поклониться кому? Вначале лотосным стопам Гурупада Падмы. Кришна говорит, вначале вы должны поклониться Гуру, а потом уже мне. Поэтому в наших шастрах объясняется, вначале нужно совершать Гуру Пуджу, а затем поклоняться Виграхе. Guru
Поэтому каждый день читайте Гурваштаку и погружайтесь в нее. Гурудев спрашивает про Экадаши. Когда нужно его прерывать? Гурудев говорит, прервем его, приняв Джаганнатха Прасад. Это очень важно. Бхагаватам рассказывается история об Амбарише Махараджи и Дурваси Риши. Амбариша Махарадж, он прервал свой пост после Экадаши, приняв воду, омывающую стопы Господа Вишну. Потому что он соблюдал Маха Экадаши, а Маха Двадаши. И на следующий день, рано утром, до рассвета, он должен был прервать свой Нирджала Экадаши. И в то время, рано утром, туда пришел Дурваса Риши. Дурваса сказал, я пойду приму омовение в реке, а потом приму твое подношение. Но Дурваса Риши задерживался. И Амбариша Махарадж подумал, ну что же такое, уже время выхода из поста заканчивается. Тогда он стал вопрошать у всех садху и саньяси. Что делать? Но Писание говорят, что сначала нужно выразить почтение садху, и тогда он даст все виды благочестивой деятельности, одарит всеми видами благочестия. Это очень красиво описывается Шримад Бхагаватам. Возможно, вечером мы обсудим эту катху. Подойдите все. Джаганнатха Махапрасада нужно прерывать Экадаши. Some more to the others.